Еще, девчоночки, хочу рассказать, что также еще по уходу за лицом пользуюсь еще и капсулами. Вот такие есть желтенькие и есть фиолетовенькие. Фиолетовенькие у меня закончились. Они есть сейчас в каталоге, я их тоже буду заказывать. Это на ночь для того, чтобы увлажнять и напитывать нашу кожу. Это такие вот масла. Капсулы здесь очень классное питание будет для нашей кожи и увлажнение. И вот я периодически на ночь делаю вот такой вот и массаж для того, чтобы кожа наша была эластична. И хочу сказать еще, что таким вот аппаратом тоже, это тоже дополнительный массаж у нас. Пока мы будем спать, эта масочка, эти капсулки, наши золотые рыбки будут работать с нашей кожей. Скинем информацию немножко подробнее, почитайте и любите себя. Сделайте себе такой вот, может быть, перед Новым годом подарок. Я регулярно это делаю. И все, я теперь просто иду минут через 20-30 спать. Сейчас чуть-чуть впитается маслечко. И утром просыпаюсь, кожа нежная, свеженькая, эластичная, ухоженная. Поэтому я рекомендую. У меня вот такие вот капсулки, но сейчас есть фиолетовенькие, королевский бархат по скидочке. Скину информацию вам.